И в продолжении темы потребления энергоресурсов. 1394 северодвинцам могут ограничить выезд за рубеж. Соответствующее обращение в службу судебных приставов по Северодвинску отправила ТГК-2. Общий долг жителей города Корабелов за отопление и горячую воду превысил 300 миллионов рублей. Кроме этого, к злостным неплательщикам за коммунальные услуги применяется крайняя мера – выселение из занимаемого помещения с предоставлением взамен менее благоустроенного жилья площадью 6 квадратных метров на человека. С началом года таким должникам направлено 300 уведомлений о возможном выселении. Инициировано 4 судебных процесса, по 3 из которых производство было прекращено в связи с полной оплатой долга.